В Дальнереченске реконструировали школу номер 12, которая пострадала из-за наводнений. Губернатор Приморского края принял участие в торжественном открытии после ремонта образовательного учреждения. Самое главное, что те дети, которые здесь находились, сейчас будут получать качественное образование, с удовольствием идут в школу. Вот поэтому, конечно, мы поддержим такие проекты. И хоть школа и малокомплектная, тем не менее, она имеет большое значение. Здесь хорошая образовательная программа в целом для Дальнереченске, она занимает первое место в Приморском крае в системе образования. Во всех школах Дальнереченского городского округа есть точки роста, научно-образовательные программы. На восстановление школы из резервного фонда края оперативно направили более 34 миллионов рублей. Чуть более чем за 2 месяца капитально отремонтировали крышу, фасад, кабинеты, спортзал, библиотеку. Выполнено благоустройство территории. На данный момент здесь учатся более 70 человек. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.